Здравствуйте, друзья мои! Очередная посылочка, вот запакована, пришла от братьев-китайцев. Заказывал я на AliExpress, пришел такой белый пакетик. В нем я заказывал бампер, чехол на телефон Asus Zenfone 5. Кстати, я сейчас подойду. Я уже один чехол покупал и на него видео снял, на этот чехол. На моем канале он присутствует, это такой флипкейс, посмотрите. Вот, видите, вот здесь такая прозрачный бампер, мыльница. И вот это из кожзама, видимо, подложка, раз. И сверху закрывается крышка, такой флипкейс. Теперь я пришел, дождался бампера. Сейчас я его скрою, что-то запакован. Слишком плотненько. Достаем. Вот такая штука нам пришла. Все запаковано, посмотрите. Ох ты, какая коробочка, а! Посмотрите, вот так даже вам покажу. Фон 5. И такой кейс. iMac Air Case. Видимо, очень тонкий. Есть MacBook Air, кажется, да? А это Air Case такой, видимо, тонкий. Такая упаковочка, посмотрите, солидная. Так, открываем ее и смотрим, что в ней есть. О, посмотрите, какой кейс прозрачный для Zenfone 5. Вот так он выглядит, снимая с него всю эту оболочку. И посмотрите, какой солидный. Подложка-то какая будет красивая. Посмотрите, для Zenfone 5. Как он будет в ней смотреться. Просто защитный, прозрачный. Хочу сказать, пластик хороший очень. Он и не совсем твердый, и не мягкий. Защита для вашего телефона. Мне такие штуки, чуть-чуть бампера больше нравятся, я вам скажу честно. Потому что в них, посмотрите, не в бамперах, а вот в таких флипкейсах телефон толстый. Попробую сейчас достать и поставить. Достаю слип-кейса и давайте посмотрим. О, телефон, посмотрите, какой тонкий, да? А какой слип-кейс толстый. Ну, мы попробуем такой, да? Вошел как родной. Все, что доктор прописал. Посмотрите, как все это вышло. Вот, посмотрите, такая подложечка. Телефон надо всегда вот так оставить, положить. Защитный чехол своеобразный. Ну, не знаю, можно и такое ставить. Телефон тонкий становится. Ну, тогда нужно защитную пленочку сюда наклеить. Хотя, вы знаете, я не сторонник защитной пленки. Она все равно немножко, мне кажется, экран матирует, скажем таким образом. Яркость уменьшает. И тем более же здесь на Asus Zenfone 5 стекло Gorillas. Или Gorilla. Или гориллы, я не знаю. Ну, в общем, вот такая вещичка, сами посмотрите. Еще должен мне один бампер прийти, более мягкий. Вот такие вот дела. Всем привет, друзья мои.